Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодняшняя тема нашего видео – «Как волк скрывается за маской страдающей уточки». Я думаю, что все вы слышали выражение «волк в овечьей шкуре». Сегодня мы попробуем углубиться, что же это такое. Начнем немного издалека. Итак, у нас есть целостная реальная личность. На этом рисунке это зеленый круг. И в какой-то момент, по каким-то причинам, личность раскалывается. У нее появляется нецелостность. Давайте разберем на примере. Если я ощущаю себя реальной, то у меня будет очень небольшой разброс в том, как я себя ощущаю неполноценной, и в том, как я считаю себя совершенной. То есть я буду колебаться в небольшом пространстве. Иногда чуть больше неполноценной, иногда чуть больше совершенной. Но когда реальное я не найдено, то есть нету этой точки, где человек может почувствовать вхождение в свои границы, ощущение «я есть и я такой», он отрицает себя реального, будет громадное колебание между «я ничтожество» и «я совершенство». Когда истинное, целостное раскалывается, возникает полярность. Эти полярности возникают для того, чтобы уравновесить личность, для того, чтобы она не накренилась и не провалилась полностью в хаос. Эти полярности, компенсируя друг друга, и создают движение между ними. То есть, чем больше отвергается реальное «я» в личности, реальные аспекты, тем больше будет курсирование между крайностями. Человек будет одинаково сильно верить в то, что он прекрасный, идеальный и светоч науки, например, или же хранитель моральных принципов. И точно так же он будет верить в то, что он ничтожный, в том, что он из себя ничего не представляет. Поэтому, когда вы видите одну из крайностей, одну из полярностей, учитесь видеть вторую. То есть, если вы в человеке, в его поведении, в его словах, в том, что он пишет, наблюдаете восторженную эйфорию, значит, этот человек подавил, этот человек исторгнул из себя драму и недовольство. Если же вы видите драму и недовольство, надо понимать, что этот человек был также склонен вести себя эйфорично и восторженно. Вот этот щенячий восторг, который есть у человека, он всегда содержит свое отражение, свою полярность, драма и негативизм. Поэтому, если есть восторженность, ищи другую полярность. И если у человека есть доброта, ну, здесь доброта, так, фигура речи, я такой добрый, я такой прекрасный, я всем помогаю, то этот человек с такой же легкостью может быть и жестоким. Если человек считает себя жертвой, если он постоянно педалирует, что он жертва, я несчастный, я поломанный, это говорит о том, что у него точно есть садистические наклонности. Про садистические наклонности чуть позже. Давайте немного еще потопчемся в эйфории. Я начала замечать, как мой психоаналитический ум, читая восторженные комментарии, мгновенно дополняет до истины, до целостности. Читая восторженности, я всегда
автоматически думая, а что человек прячет, что у него сейчас вытеснено, что он сейчас отрезал и не хочет признавать в себе. Быть в эйфории прекрасно, но это ни в коем случае не реальность. И если человек хочет производить впечатление счастливого, радостного, эйфоричного, со щенячьим восторгом доброго и святого, это говорит, что громадное количество, такое токсичное облако будет вокруг него. Это говорит о том, что все это он упакует в мир или других людей. Поэтому прекрасные люди настолько опасны. «Моя жизнь изменилась, и я все осознал», – пишет человек. Для того, чтобы жизнь поменялась, необходимо приложить много усилий, и все осознать невозможно. То есть человеку хочется верить в это, и он прячет от себя какую-то боль или какую-то свою глупость и непонимание. «Меня окружают прекрасные, интересные люди». Люди бывают очень разными, и даже те, кто прекрасен, может быть ужасен, потому что мы уже знаем, почему истина раскололась, создала полярность для того, чтобы уравновешивать себя. «Только я сама знаю, как для меня лучше», – пишет человек. Да-да-да, люди знают, как им лучше, и поэтому они попадают в громадное количество неприятностей и проблем. Видите, все эти утверждения, они такие оптовые, громадные, светлые, эйфорично прекрасные. Если есть такое утверждение, это говорит о том, что человек сейчас в манийном состоянии, и точно так же он упадет когда-то в депрессивное состояние. Точно так же, как он восторгается, например, вами, он точно так же будет укатывать вас в асфальт обесценивания. В своей практике я с этим встречалась очень много раз. Те, кто говорит, что вы спасительница, вы лучшая, потом назовут вас бездарностью и скажут, что вы чудовище, хуже вас никого нет. Человек привык так мыслить в крайностях. Он не может мыслить в серединности реальности. Вы или прекрасны, или ужасны. Он или прекрасен, или ужасен. «Ваши слова прекрасны», пишет человек. Эта фраза не говорит ни о чем. Человек описывает какое-то состояние, ему нравится отождествлять себя с понимающим, с прекрасным, и он это транслирует. Слово «благодарю» или слово «спаси», прочерк «Бог». Человек тоже отождествляется со своей прекрасной частью. И говоря, какие важные, ценные слова вы сказали, он приглашает к вас присовокупиться к его восторженности и войти в его секту в кавычках «счастливых людей». Людям нравится наделять себя несуществующими достоинствами, том, что они избранные, то, что Вселенная смотрит на меня и заботится обо мне. Таким образом они поддерживают свой идеалистический образ. Вернемся к уточкам и волкам. Когда человек страдает при вас, рассказывая, например, про какие-то события из прошлого, это говорит о том, что в этот момент он продолжает нападать на себя внутри. Давайте разберем точнее. Что происходит сейчас? Сейчас человек сидит на диване, но он, находясь в воспоминаниях, чувствует себя жертвой и чувствует себя растерзанным. Это было тогда. А кто сейчас мучает его? Кто это зло? Почему важно прощать, а не циклиться на негативе? Итак, у нас есть зеленый круг, наша индивидуальность, и темный круг, я назову его зло. Есть некое зло, которое причиняет мне боль, даже когда я нахожусь в комнате одна. Нечто меня внутри атакует. Человек хранит это зло внутри, потому что он не может
простить себя за то, что он тогда себя не спас. Или же простить себя за то, что он попал в такую ситуацию. Сел в какую-то машину, свернул в не тот поворот и так далее, и так далее. И для того, чтобы не ощущать себя виновным, не наброситься на себя, человек хранит воспоминания о каком-то зле, из-за которого это все произошло. Это зло человек кормит ненавистью и болью, возвращаясь туда, продолжает расковыривать эту раночку, продолжает вспоминать для того, чтобы опять почувствовать себя невиновным. Потому что если он хранит это зло, то все вокруг, даже отдаленно напоминающее ему это, будет тут же поднимать все это воспоминание из бессознательного. И поэтому, когда мы не прощаем, когда мы наполнены планами мести, когда мы храним воспоминания о том, как нас унизили и не отпускаем, мы с вами кормим это зло. Это зло живет внутри психики, и человек, храня зло отдельно от себя, не ощущает себя виноватым. Что происходит дальше? Человек постоянно нападает на себя этим злом и ощущает боль. Он это называет боль от воспоминаний. Иногда, например, мы не отпускаем так наших близких, которые ушли, мы продолжаем вспоминать их, и таким образом мы как будто их оставляем живыми в нашей памяти. Еще припоминаем, вот это я сделал зря, вот тут я виноват и так далее, и так далее. Почему человек хранит это зло, несмотря на то, что ему больно? Для этого надо посмотреть видео «Влюбленная боль», когда человек только через боль привык чувствовать себя живым, потому что боль дает ему ощущение, что он невиновен и что он вообще есть. То есть этот шар индивидуальности, только заполнены болью, мы начинаем ощущать. То есть себя реального мы находим через боль. Вернемся к козлу. Я себе причиняю боль. То есть человек, сидя на диване, внезапно погружается в состояние полной растерзанности, уничтоженности. Он внутренним злом напал на себя. Или же человек сидит на диване, ничего не делает, и в этот момент он ощущает, что он полный ноль по жизни, что он ничего не достиг и не достигнет уже. Он тоже на себя напал злом, причиняет себе боль. Если человек причиняет себе боль, он потенциальный носитель этого мрака внутри, он сделает это и с другим. То есть те люди, которые считают себя жертвами, могут начать крушить вас до уничтожения, назначив вас злом. Таким образом, они легализируют свою агрессию. Они не понимают, что они в вас спроецировали этот шар мрака и начинают с вами бороться, как будто от этого зависит их жизнь. То есть такие люди могут причинить зло в таком же объеме, в каком они причиняют себе, в каком им в котором им же причинили его. И поэтому люди, которые стали жертвами насилия, жертвами в каких-то ситуациях, они являются потенциальными мучителями. Те дети, над которыми издевались, будут издеваться над другими людьми или над животными. То есть они пытаются вытолкнуть из себя это зло и перестать ощущать себя ничтожеством, потому что эта структура, она нависает, и личность чувствует себя никем. А когда человек отождествляет себя с этим злом, он наконец-то ощущает себя сильным и наполненным властью и всемогуществом. Уже неоднократно, десятки раз на сессиях я убеждалась, что несчастная уточка может стать громадным крокодилом, который отгрызет тебе голову.
И чем несчастнее и страдающий человек, тем больше в нем вытесненной агрессии, вытесненного недовольства и жестокости. Поэтому с такими людьми надо быть очень-очень аккуратными. Итак, если есть эта тьма внутри, человек себе ею причиняет боль, он готов по отношению к другому причинить такое же зло, он является потенциальным носителем этой возможности, и такой человек постоянно обвиняет в других, что они причиняют ему зло, таким образом ему можно внутри себя не мучить. Поэтому эти люди, они будут кричать: «Вы делаете мне больно, вы делаете мне больно, вы делаете мне больно, и так вы мне делаете больно, и так вы мне делаете больно тоже». Они будут выхватывать какие-то мелочи, они будут делать из мухи слона для того, чтобы обвинить вам в том, что вы зло. Люди могут еще, например, бессознательно искать садистичных людей, которые их будут мочить вместо их самих. То есть они будут выписывать им необходимую порцию страданий для того, чтобы не приходилось ее выписывать самим себе. Итак, за маской страдающей уточки находится серый злой волк. Чем человек продуцирует прекрасный, совершенный, святой образ, тем больше тьмы у него будет вытеснено. А она обязательно будет, потому что истина, распадаясь на две половины, создает полярности для компенсации равновесия внутри личности. Как всегда, вас попрошу ответить на вопрос: узнаете ли вы зло, которое у вас внутри? Узнаете ли вы то, когда вы садистичны? Особенно я рекомендую это сделать тем людям, которые ощущают себя жертвой и которые страдают от несправедливости мира. Узнаете ли вы зло у себя внутри? Узнаете ли вы серого волка за маской уточки? Потому что человек, он скорее склонен быть недовольным. Человек хочет, чтобы мир был таким, как надо ему. Это такое фундаментальное базовое желание. И человеку надо вырасти, эволюционировать до личности для того, чтобы смочь допустить, что у других тоже есть право на пространство в этом мире. Поэтому если человек изображает восторг, он врет вдвойне. Потому что за восторгом находится недовольство. Только за недовольством мы можем обнаружить себя реально. Те люди, которые выражают недовольство, они еще более-менее искренне, они просто демонстрируют свое зло. А те люди, которые надевают маску страдающей несчастной уточки на зло, врут в два раза больше. Желаю вам быть не злыми. И приглашаю вас на школу психоаналитического мышления «Игры разума», на которой мы с вами исследуем восприятие, анализ, синтез и нашу активность. До встречи!